Ну вот, какая картина. Прилетела сегодня ночью опять у нас на СТОшку. Блять, нихуя хорошего. Извините, буду много ругаться в этом видео матом, потому что, ну, блин, обстоятельства заставляют. Вот, воронка. Не знаю, что это легло. Но, судя по всему, что-то не сильно большое. Вот, побило ворота на СТОшке вот перед боксом. Машины посекло. Ну, тут этот труп стоял. Вот эта вот машина чуть-чуть ей досталась. Вот это теперь вот Volkswagen, он и так был пострадавший. Теперь он нахер весь в дырочку. Так, это трупешник. Вот бус МБшка. Тоже ему не посчастливилось. Клиентская тачка вот стояла, в принципе, готовая к отдаче. Но... И вот только кроме тятки на капоте вроде больше нигде. Не знаю, может еще где-то прилетело, но я не вижу. Сейчас. Машина сколько пропивала. Вот. Там вот Тойотка. Видим по ней осколки. Ну и по моему корыту. С прошлого раза лобовое. Только начал заниматься восстанавливать. Сейчас вот минус фонарь. Вот. Здесь все более-менее целенькое. Ну тут крыло шло под замену. На нем позбивала краску. Заднее стекло минусом. Вот это нехорошо. Вот. Ну и стояла жопа с донорской тачки. Вот ее всю, блять, изрешетила. Продырявила по полной программе. Вот дырки. Как-то вот так. Вот. Сейчас зайдем в бокс, глянем, что в боксе происходит. Вот. Ворота распиздошенные. Вот просто интересно одно, блядь, у тех граждан, кто, блядь, стреляет, ебаные артиллеристы, спросить, вот нахуй вы лупите, блядь, здесь нигде нету ни военных объектов рядом, нихуя, блядь, здесь вот, конкретно здесь делаются гражданские машины, нахуй вы сюда стреляете, второй прилет, ебаные вы пидорасы, я вас по-другому не назову, просто, блядь, сука. Так, вот повреждение, аскорб получил тут, по-моему, осколками. Любишь укров, блядь. Ебал, заебал нахуй. Так, смотрим дальше. Ну, по машине тут, понятное дело, что ее чутка продырявило. Там фихово. Ну, вроде. Сейчас пойдем дальше, посмотрим. Так. Вот. Вот по машине повреждения тоже осколками. Так. Ну, тут вроде пробка как стояла, так и стоит. В общем, такая вот картина. Вот так вот опять по нам прилетела. Да.